Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды быстренько забираем за лигу мастеров. Одна звезда, и сейчас мне хочется узнать, скинули меня? Ну, конечно, скинули, я больше уверен, потому что мы с тобой тогда заняли там... Ага, ну не так... Блин, не так сильно хотел сказать. 93-я позиция. Практически до лиги сёгунов. Две звезды меня сшваркнули, ребят. Нет, я так просто это не съем. Я буду сопротивляться, понимаешь? Я буду сопротивляться. Я должен, ребята, опять стать... Ну, топовым-то, конечно, нет. Но хотя бы приблизиться чуть-чуть. Давай попробуем. У нас, в принципе, все для этого есть. Все шансы. Но до Лиги Мастеров 3 звезды, конечно, я вряд ли смогу доползти. А хотелось бы. Кстати, я тебе скажу, вот сейчас вот перед черепашками я снимал Дракон-всадник Йолуха. И как ты думаешь, что произошло? Во время записи, я не знаю, почему мне не приходит, блин, уведомление, что во время записи, я не знаю, по какой причине, но у меня этот ОБС, она отключилась. Ты понимаешь, она просто взяла и отключилась. И я прошел половину события, потому что сегодня новое событие, я его специально, ребята, хотел пройти для вас. Вот. Захожу, довольный такой сейчас, ух, видосик выложу. А у меня там всего лишь 3 минуты видосика записано, и все. И чернота. Вот как вот так вот можно? А ты прикинь, если бы я играл в какую-нибудь ответственную игру, да? Ну, допустим, там, я не знаю, много же есть игр, которые вот у меня, например, на втором канале, да, на ПК. Там такой фокус не прокатит. Если я, например, прошел, а там всего лишь одна запись, то я обратно уже вернуться не смогу. Как меня вот это вот напрягает? Нет идеального, как тебе сказать, не то что видеоредактора, нету идеального записи, которая может быть. Даже вот этот вот Shadow Play, который я раньше использовал, раньше, возьму в кавычки, сейчас я его не использую, потому что, ребята, очень-очень много он жрет. Помимо того, что он жрет много ресурсов, видосы там, извини меня, например, часовой видос, получасовой видос, может мне обойтись в 20-30 гигабайт, ты представляешь? То есть делаю выводы. А на ОБС мне такой же видос выйдет всего лишь в 6-5 гигов. Вот, поэтому как бы вот никто не застрахован от того, что какая-то серия может, ребята, не получиться. Как вот, например, сегодня было в Драконах-всадниках Олухов. А это там распинаешься, там же может быть что-то много интересного рассказывал. Я хотел, например, ну не то что хотел, я там говорил, что собираюсь снимать Дракон-всадник Олуха, да, которая вышла сейчас на ПК. Будет она, естественно, выходить у нас на втором канале. Игрушка эта больше похожа на платформер с реал-тайм боями. То есть ты там идешь, как бы собираешь кристаллики. Она больше, наверное, подходит для детей, для детского контента. Но все равно, ребята, я ее, наверное, все-таки поиграю. Я чуть-чуть так для пробы зашел, посмотрел. Понравилось мне. И графически, в принципе, неплохо она сделана. И большой единственный плюс, точнее, даже минус, я бы сказал, минус, да, что там нет русской локализации. То есть игра на английском языке. Хотя, ты знаешь, я поиграл немножко и понял, что он там, в принципе, нафиг не нужен. Там все и так понятно. Да, хотелось бы, конечно... Оу, щит, ну что ты сделал? Хотелось бы, конечно... Знать, о чем говорят персонажи, да? В чем там суть игры. Блин, ты представляешь, как я лопухнулся? Какого лешего я взял одного Макмана сюда в отряд? Вот ты мне объясни. Твою налево. Только сейчас понял. Я смотрю и думаю, что-то не то. Так понятно, не то. Ой, да, Рэй. Вот это же надо было так тупануть. Короче, сейчас меня тут разбомбят. Так что, ребята, в ближайшее время, наверное, да, у нас на втором канале будут две игры. Никто спасет мир мы будем проходить, потому что Axiom Verge 2 мы прошли. Кстати, Axiom Verge первую часть я теперь захотел поиграть, потому что мне стало очень интересно. Задумка игры, в принципе, неплохая. Да, много бегать, конечно, я ничего не говорю. Рэй, ты серьезно? Твою налево, ребята, один Макман у меня остался. Я в шоке просто. Вот заметь, когда я что-то интересное начинаю рассказывать, я просто поглощаюсь этим процессом и
Все, ребят, я начинаю фейлиться. Я начинаю собирать иду команду. Я только прихожу в себя уже, когда осознаю, что все, тут труба дело. Жесть. Ну еще 44 место мы на 42 позиции перешли. Красавчик, Рэй. Давай так же, в том же духе продолжай, и будьте все пучком. Это я сам себя уже подкалываю, потому что, ну, действительно, это нелепость была какая-то. Так что, ребятушки, две игры, да, будет у нас на втором канале, помимо того, что мы уже проходим. А проходим мы с тобой Iron Harvest, да, как ты знаешь, в темноте проходим мы игру. И Fighting... Midnight Fight Express. Тоже, ребята, я ее хочу допройти. Все-таки хочу понять, в чем же там суть. Я надеюсь, это все не галлюцинации там у него были, что он там бегал, разборки все эти наводил. Ну, не знаю. Пройдем игру, увидим. Так что есть пока у нас чем, во что играть. Единственная проблема — это то, что мне не разорваться между вот нашим основным каналом, где я снимаю черепашек и все остальное, и тем каналом. Потому что здесь можно делать много видиков, ну, видосиков, но коротеньких. А там, ребята, коротеньких не получится. Там минимум видосик 40 минут. Это как, знаешь, просто начать, просто размяться. И многие задают вопрос, а когда ты, Рэй, ты будешь стримить? Я вот сам, ребят, не знаю. Мне и хочется, и в то же время я не могу делать стримы долгие, как вот некоторые там по 5-6 часов. Даже 3 часа для меня — это как бы долго. Ну, я не усидчивый, я не могу просидеть столько времени на одном месте. Когда я делаю вот за кадром сейчас, да, я, например, нажал на паузу, пошел там, размялся, так сказать, да, прогулялся, сбегал в магазин, еще что-нибудь, отжал паузу, продолжил. На стриме же ты так не сделаешь. Понимаешь? Побежал там куда-нибудь, ага. Ну, там можно сделать, конечно, рекламную паузу, но, извини меня, ты что будешь на 2 часа делать рекламную паузу? Нет, конечно. Сегодня, ребят, жесткий диск пришел ко мне. Да, я уже установил его на 2 гигабайта, как я и говорил. 7 октября придет еще один на 2 гига. Прикинь, сегодня пришли мне батарейки эти дюраселовские, про которые я, помню, всегда говорил в какой-то из серий. А там все батарейки севшие. Ребят, нашел две более-менее еще рабочие, их поставил в геймпад. Но я тебе скажу, что у них заряда столько же, сколько у меня на тех батарейках, которые до этого стояли. Я очень-очень-очень расстроен. Впредь я зарекся, ребята, покупать только аккумуляторные батарейки. Естественно, с аккумуляторным зарядом для них. Потому что, ну, это чистое кидалово. Я не спорю, ребят, мне не жалко. Я их купил там за 250 рублей. Как бы, мне не жаль этих денег. Ну, просто жалко то, что они не рабочие. И сдать их, как бы, ну, идти сдавать их за 250 рублей, не знаю, ребят. Такой себе удовольствие. Поэтому будет мне уроком, что если брать, то бери лучше аккумуляторные. По крайней мере, если они севшие, их можно будет зарядить. Вот. Как-то так. Зато вот эту вот, которую я взял, как она называется, смазка для подшипников, да? У меня, короче, водянка стоит. На ней начал барахлить один из кулеров. Ну, он начал дребезжать, короче. Я уже там прижимал, что только не делал. Пришлось, короче, заказать мне вот эту смазку через шприц, которая смазывает сам ротор. Ну, ты понял, да? Трущиеся части. Блин, сомневался. Она еще гелевая такая, значит, тягучая. Ну, ладно, разобрал, смазал. И сейчас идеальненько, ребята. Тише воды ниже травы. Работает, не слышно. А то до этого просто др-р-р-р. Вот этот звук прям меня выбешивал. И сколько она обошлась мне? В 220 рублей, по-моему, если не ошибаюсь, это... Смазка для кулеров. Для вентиляторов вот этих вот. Так что отлично все. Так что сегодня сходил, немножечко себя порадовал. И жесткий диск, ребята, без всяких проблем установил. Никаких даже этих претензий не было. Разделил его по терабайту. Ну, там, конечно, сам понимаешь, да, там выходит не терабайт, не 2 чистых терабайта, а там где-то 1900 с лишним. Вот так вот получается. Ну, где-то 100 метров, 100-200 метров теряется. Это всегда так. Вот, и разделил его просто-напросто пополам, и все. И нормально. Так, я перехожу на
50-е место, ребята. Мы уже, кстати, с вами, ну да, быстро добрались до Лиги Мастеров. Я что-то заговорился, опять же, ребята, как чем-то поглощаюсь, теряю просто фокусировку. Я не могу сосредоточиться на своих мыслях, да, как вот некоторые могут и думать о чем-то там и говорить. Я либо думаю, либо говорю. Вот так вот. А когда я говорю о чем-то, то, знаешь, это уже делаю на инстинкте. Вот это вот, выбираю всех персонажей и тому подобное. Вот так вот. Ладно, сейчас мы с тобой здесь пробомбимся, все. После этой игры, я не знаю, ребят, ну, всадники уже, естественно, я поиграть не смогу. Хотелось было, у меня желание сегодня поиграть в две игрушки еще, но я не знаю, дойдет у меня до них руки или нет. Почему-то, когда я долго начинаю играть, и особенно перед монитором, меня спать клонит. Вот в последнее время, видимо, вот приближение этой полярной ночи, оно сказывается на организм. Потому что я помню, когда наступает глухозимье, вот эта вот зима, ты просто зомби, ты ложишься спать в темноте, встаешь, на улице темнота. И вот эта вот темнота 6 месяцев, ребята, 6 месяцев темноты. Там выйдет солнышко на часок, это я имею в виду в полярную ночь, на часок посветит, и то оно посветит, знаешь, это темное небо, оно название, оно выйдет посветить, то есть ты просто видишь, что на улице более-менее не ночь, и все, ну темно, и оно опять уходит, то есть организм просто за эти полгода изматывается, как я не знаю кто, без солнечного света, все как зомби, я и называю. Вот эти вот месяца, начиная где-то с декабря по, наверное, февраль. Это вот месяц зомби. Ничего абсолютно не хочется делать. Просто как ватный. Ни сил, ни какого-то желания что-либо делать нету. Как-то так. Ну что, Армагон? Армагон, наверное, один. Нет, конечно, один, он не справится. Нифига себе, у нас тут 73-75 уровни. А, молодец, Рэй. Хорошо очнулся вовремя. Пересмотрел бойцов и тому подобное. Вот. Так что вот по стримам тоже, ребята, как бы не знаю, как сделать. Нет, я помню, что здесь, на этом канале, мы хотели, например, на одном стриме там снимать 2-3 игры сразу же. Это я прекрасно помню. А вот на втором канале как делать их? Там брать какую-то игру и ее долбить до последнего. Ты знаешь, у меня вот в некоторых моментах бывает в играх. Ты же как бы видишь уже готовый ролик, да? Тебе кажется, что все легко, особенно на боссах, что все легко проходится и все элементарно. А на самом деле не шиша подобного, я тебе скажу. Там приходится иногда есть такие моменты, где по часу, да-да, по часу, ребята, бьешь какого-то определенного босса, пока не привыкнешь к нему. И потом уже переснимаешь, когда победил, вот этот момент ты уже оставляешь для видоса. А если брать вот эти все неудачные моменты, все эти ругани, которые я говорю за кадром, которые вы не слышите, это, конечно, что-то с чем-то. Это помнишь, когда мы играли в Shadow Fight? Когда я бомбил последнего босса. Ты видел, что там происходило? Слышал, какие там отборные словечки улетали? Ну, так вот такое же, ребята, происходит. Просто вы этого не слышите, слава богу. Так, у нас, кстати, кончились откаты, я тебе хочу сказать. И, блин, да ладно тебе, кончились откаты, это что за бред? Лига мастеров, 2 звезды, 91 ранг, и кончились откаты у меня. Они, конечно, здесь есть, по-моему, если не ошибаюсь. 3 штуки здесь, и задания мы еще не выполняли, здесь тоже можно набрать. Так, а у нас что, новые что ли, да? Окей, ладно, давай пробежимся. Здесь мы заработаем, по-моему, 5 или 6. И за рекламу там можно получить тоже. За одну рекламу дают 2 отката. Так, ну что, поехали. Минус. Ах ты ржавая корыта, на тебе. Все, отлично, двигаемся дальше. Так, я надеюсь, этот видосик-то у нас хоть запишется, а то, прикинь, сейчас опять тоже сбросилось у нас. Будет облом-то. Ну, да давай кубарем покатимся. Все, отлично.
Здесь по-другому и быть не могло. Это мы пропускаем. А здесь мы все собираем. Ага, сразиться в боях. Поднять уровень персонажа. Ну что, пойдем, наверное, сражаться в боях. У нас мутагена всего лишь 21 тысяча, мало. Ну что, Майки, давай, будем тебя дальше прокачивать. 10 биноклей надо нам найти. Так, один есть. Второй нашли. Третий. Так, четвертый. Блин, нам надо будет еще пятый купить телепортов. Так, пятый, шестой, по-моему, да? Седьмой. Восьмой. Восьмой, подожди, подожди. Я точно там не перебарщиваю. Девятый. А, все, все, ребят. И кружек 10 штук надо. Один. Два. Да хорош. Так, игра вылетела, но я воспользуюсь этим моментом для того, чтобы, по крайней мере, здесь за рекламу набрать откатов. Так, и продолжаем, значит, выполнять ежедневки. Что я там искал? Так, поднять уровень персонажа. Сразиться в сложных и в легких боях. То есть, подожди, нифига себе меня откатило. Как круто. А ну-ка, Майки, давай. Зашибись. Прикинь, как откатило. Так, мне опять придется искать бинокли, да? 9 штук получается. Да, жестко, жестко. И вот такое вот в последнее время очень часто, ребята, происходит. Это с юрским парком такая трабла происходит. Сейчас и до черепашек. Видимо, эта компания уже все, ребят, последние свои годочки доживает, можно так сказать. Потому что что-то вообще тут происходит. У нее полная дичь. Так, бинокль. Еще один и последний. По-моему, последний же нам нужен, да? Да, последний бинокль находим. Вот он. Так, хорош пока. И еще я хотел, знаешь, что сделать? Прикупить. Так, в сложных боях еще не сразился. Да что ты будешь делать? Одного боя там не хватило буквально. Сейчас, подожди. Майки, что там у тебя? Кружку? Ну давай, кружку. Нашли. Кружку мы нашли. Мутаген у нас 24 тысячи, это мало. 11, как ты видишь, откатов, это тоже мало. Но, тем не менее, нам надо идти. Нам надо идти и бомбить. Ну, давай возьмем вот это вот, например. Армагон плюс кожеголовый. Вот они вдвоем будут здесь помогать слабеньким трем персонажам. Ну, я думаю, что не справится. Тут Армагон один только чего стоит. Ну и плюс еще, конечно, на добивку пойдет кожеголовый. Такс. Кубрим. Покатился кожеголовый. И, соответственно, смел все, что у него стояло на пути. Так, смотрим. Интересно, я попаду в Лигу Мастеров 3 звезды. В принципе, ребята, есть все шансы туда попасть. Но топчик только не взять. А так, ну, с откатами, конечно, да, беда. Да и персонажа, наверное, может не хватить. Сколько у нас? 7 откатов, это получается еще 3 поединка. Даже если по десятке брать. Как-то не клеится у нас. Хотя, с другой стороны, почему не клеится? Все у нас нормуль. У нас день недели сегодня какой? Кто-нибудь скажет? Никто не скажет, пока Рэй не возьмет телефон. Сегодня у нас среда, 28 сентября, да? Завтра будет четверг. Так, четверг. Пять, суббота мы работаем. Воскресенье я отдыхаю. Понедельник, вторник работаю. Блин, опять накрывается у нас, ребята, буст, к сожалению. Понедельничный. В этот у нас в понедельник не получилось, потому что не записалось. А следующий, потому что я буду работать.
с утра. То есть в любом случае не получится, даже если я захочу. Потому что в этот момент я буду на работе. Ну да. Ну ладно, придется тогда потом после работы приходить, но там уже сам знаешь, будет у нас не буст, а фиг знает что. Жалкое подобие. Тыдыч. Такс. Чего? Блин, майки этот. Танцор диско тоже мне здесь нашелся. Нате вам. Доплясались плясуны. Будьте знать. Почем фунт лиха. Ну что, 66-е, ну максимум сейчас 55-е, да? О, 45-е даже. Даже 45-е место. Ну возьму, например, 2 откатика. И у нас 1, 2, 3. Раз, два, три. Ну не получится, ребята. Отыграть всех персонажей, во-первых, не выйдет. Потому что откатов не хватит. Ну и топчик мы не возьмем сегодня. Это было бы, мне кажется, слишком шикарно для меня, если бы я взял топ. На втором канале, ребята, сегодня, ну как сегодня, если смотреть, сколько у меня времени показывает, а времени у меня 10:30 вечера, то сегодня я сниму, а завтра только выложу. Ночью нет смысла выкладывать, потому что никто его не смотрит. И потом я получаю претензии: Рей, а чё так поздно? А чё так поздно? Да фиг его знает, получилось так. Вот поэтому и поздно. И с другой стороны, какая разница, ну ты выложил днем или утром, или что, у вас не приходит сообщение, что... Кстати, да, вот некоторые ребята мне пишут, почему не приходит оповещение. Не, ребят, я не знаю, почему не приходит оповещение. Это, конечно, это неправильно, если честно. Это YouTube уже начинает тупить. Так что, ребят, это не ко мне претензии. Не я же вам вручную делаю, рассылки отправляю. Так, ну смотри, 22 место, нам буквально капельку не хватит. Совсем чуть-чуть. Я возьму, наверное, супер шредера. И вот как вот этим вот я буду... Это бесполезно. Ну ладно, хоть сколько-нибудь уничтожим. Если шредер, конечно, хорошо бомбанет и повесит постепенный урон. Например, минус 1, минус 2, да? Так, есть, минус донь. А вот это плохо. А вот это было плохо. Ух, нифига себе. Это белка уничтожила или это от постепенного урона они сейчас отдуплились, а? Скажи-ка мне на милость. Я не ожидал. Да, чуть-чуть вообще не хватило нам. Ну что, ребята, пойдем тогда здесь. Жетоны, конечно. Когда Рей отказался от битвы ради жетонов? Да никогда такого не было. Жетоны нам нужны. Это сейчас наш хлеб насущий, который нам нужен для того, чтобы как можно быстрее нам открыть наших персонажей. А каких именно? Ну ты понял, да? Это я говорю про кроликов. Маузеры-кролики. Ну? Что это? Давай бомбанем вот так вот. Хоба. Такой еще... О, меня подстрелили. Упал, распластался. 60. Так, 60 сейчас, по-моему, будет 80. И в конце уже соточка. Соточка жетонов. Так, ну что мы сделаем? Оп. Не сработал, парень, фокус твой. На тебе. Кусай его. Критический урон. Замечательно. И последний получается у нас сейчас поединок. Поехали. Последний поединок. Он промахивается. Хотя уровень у него 80-й. Давай тройной укус сделаем по нему. Хоп-хоп-хоп. Все, этого за глаза и за уши ему хватило. Уничтожили, конечно же. И 100 жетонов. Итого у нас, друзья, 335 жетонов. Я хотел купить телепорт, верно, верно. Эть. Все. 325 штук. Кажется, так много, на самом деле так мало. Сколько мутагена у меня? 31 тысяча. Зэк, иди сюда.
Ну что же, и еще один, ребята, уровень, и он будет сотым. Это будет круто. Так, ну а я, пожалуй, буду сегодня уже закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!